Холодильник! Блин, у меня песня такая, я ничего не понимаю. Попо! Лим! Попо! Лим! Один! Всем привет! С вами шоу «Продленка». Шоу, в котором футболисты и тренеры «Зенита» остаются после тренировок, чтобы играть во все, что угодно, кроме футбола. Меня зовут Марк. Давайте начнем. У участников команды справа много общего. Он выжигает бровку, она выжигает глазками. Алексей Сутармин и Милана. Команда слева, а мне кажется, что ничего общего нет. Хотя нет, мне не кажется. Давид и Александр Ерохин. Сегодня командам предстоит принять участие в трех очень интересных конкурсах, но по традиции в конце будет четвертый только для зрителей. Милана, какое название вашей команды вы придумали сегодня? Победный мяч. Победный мяч. А что означает название вашей команды? Победный мяч. А к чему это название? Ну, к тому, что мы сегодня хотим выиграть. Да. Победный мяч. Я запомнил ваше название. Давид, ваше название? Хищные акулы. Хищные акулы. Это опасное название. Победный мяч и хищные акулы. Будем на мяч охотиться. Да, бой сегодня будет точно жаркий. Милана и Давид, скиньтесь на камень, ножницы, бумага. Какая команда начинает первой? Камень, ножницы, бумага. Судепа. Победа! Первая победа! Первая победа уже есть! В жеребьевке победила команда Миланы, победный мяч. А значит, они будут начинать первыми. Сегодня первый конкурс, наш любимый «Читай по губам». В конкурсе «Читай по губам» один участник команды надевает наушники, а второй пытается объяснить ему слово, которое написано на карточке. Все как обычно. У нас есть 3 минуты, стопка карточек, 3 балла за каждое угаданное слово. В общем, все как в первом выпуске, только чур не подслушивать и без розового вина. Команды готовы? Да! Первый у нас сегодня начинает команда «Победный мяч». Алексей, вы одеваете наушники, Милана, ты будешь объяснять. Ты можешь объяснять через 3, 2, 1. Кошка! Вода! Кошка! Водка! Кошка! Кошка! У нас детка! Кошка! У нас детка! Браво, поехали! Весна! Ви! Весна, весна! Завтра! Весна! Вчера! Весна! Подожди, давай, давай, поехали! Весна! Вода! Весна! Давай следующую давай! Витебск! Еще раз! Витебск! Это большое слово, походу! Да! Витебск! Ворона! Нет, Витебск! Вода, Витебск! Вода! Еще раз, давай! Витебск! Нет, точно! Полузащитник! Полу! А дальше? Защитник! Еще раз! Защитник! А, полузащитник! Да! Есть! Коты! 11! Котышки! Еще раз! Котышки! Давай, я смотрю на тебя, давай, собрались! Котышки! Карандаш, я что? Котышки! Следующее! Что там? Перекресток! Перекресток? Да! А ты не посмотрел? Еще, давай. Холодильник. Аладдины. Холодильник. Холодильник. Так, все, с тобой, давай. Холодильник, быстрее. Аладдин, правильно? Дед, еще. Дед. Холодильник. Он один. Все. Холодильник. Команда «Победный мяч» отгадала 3 слова и получила за это 9 баллов. Неплохой результат. Сейчас узнаем, что на это сможет ответить команда «Хищные акулы». Давид, ты готов? Да. Тогда начинай через 3, 2, 1. Напор. Напор. Сапог. Напор. Забор. Напор. Н-А-П-О. Тапок. Напор. Забор. Скороговорка. Переводка? Скороговодка! Какая? Сорока...
Сороконожка? Скороговорка! Сороконожка? Барнаул! Барнаул! Надо отгадывать сайт. Барнаул! Барнаул? Да! И песня был где-то рядом. Айсберг! Азимут! Нет, айсберг! 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 Ну ладно, мне кажется, не победить. Проспект! Айсберг! Аспект! Айсберг! Давай другую. Айсберг! Зенитовская стрелка! Зенитовская стрелка! Я ничего не... О! Комментаторская кабина! Еще раз? Комментаторская кабина! Блин, у меня песня такая, я ничего не понимаю вообще. Что происходит? Айсберг! Айсберг, это я видел. Школа! Школа? Громкая музыка! Капуста! Спорткар! 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 10 секунд! Да! Да, есть! Давай, объясняй! Мармеладные червяки! У меня музыка потише стала. Мармеладные червяки! Дежавю! Какое честное! Итак, ваше время закончилось. Давид объяснил тебе три слова, и получается, вы тоже получаете 9 баллов. Хорош. Сейчас счет равный 9-9, команда играет на равных, но, возможно, сейчас победный мяч вырвется вперед. Милана в наушниках, Алексей объясняет. Сейчас. 3, 2, 1. Красота. Ботинка? Нет, красота. Кроссовки? Красота. Ведущий? Нет, второй. Красота. Зубы? Нет, ладно. Двор, чество. Волк? Двор, чество. Баскетбол? Вот это отгадай. Принцесса. Память? Нет, принцесса. Принцесса. Баскетбол? Нет, принцесса. Какой баскетбол? Все, смотри. Принцесса. Милана, говори хоть что-то. Глаза? Нет. Половина времени. Венерс. Мягкая игрушка. Молоко. Нет, мягкая. Игрушка. Муха. Игрушка. Ура. Похоже. Курица. Нет. Игрушка. Курочка. Браво. Нет. И. Сейчас пауза была, я и услышала. Молодец, ладно, поехали дальше. Нет, не играем. Игрушка. Еще раз объясни. Игрушка. Ушка. Нет, игрушка. Одно ушко. Ушко-то одно, но игрушка мягкая. Мягкая игрушка. Сейчас команда «Победный мяч» не смогла забрать ни одного очка, не объяснить ни одно слово. К сожалению, Милана. Это ничего страшного. Наушники отправляются к Давиду. Александр, прямо сейчас вы будете объяснять Давиду. 3, 2, 1. Парта. Палец. Парта. Парта. Пока. Нет, пока парта. 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 Стул. Стол. Парта. 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 Так, давай следующий. Кол. Да, есть одно слово. Мне кажется, он гол говорит. Смартфон. Лесоруб. Очень близко. Смартфон. Куррруб. Смартфон. Купил. Ну, можем пока. Лим-по-по. Улица. Улица. Лим-по-по. Проспект. Лим-по-по. Лим-по-по. Попа. В конце подходит. Лим-по-по, лим-по-по. 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 Попо? Попо. Лим. Попо. Попо. А сначала лим. Лим. Попо. Лим-по-по. Попо. Попо лим. Попо лим. Попо. Лим. Попор! Лим. Попор! Топор! Нет, наоборот. Лим. Попор.
Одна минута. Попо. Поттер. Попо. Попо. Лим. Попо. Лим. Попал. Попо. Так, давай другой попробуем. Перевод. Пенал. Перевод. Перевод. Давай к попо вернемся. Лим. Попо. Лим. Попо. Лим. Попо. Мы сделали это. Парта. Папа. О, почти. Парта. Спартак? Парта. Парта. Парта, есть. 10 секунд. Перевод. Перевод. О, почти. Перевод. 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 Да! Команда «Хищные акулы» прямо сейчас отгадала 4 слова и заработала 12 баллов к себе в копилку. Итого общий счет 21-9. Переходим к следующему конкурсу. Время собирать. Конкурс «Время собирать» проверит внимательность наших участников. Каждая команда получит по одному одинаковому конструктору, в котором будет вот такая вот машинка. Ваша задача максимально проста. Собрать вот такую вот машинку быстрее, чем это делают ваши соперники. Да, один участник собирает, другой участник ему помогает. Но как только они услышат звонок, то они сразу должны будут поменяться. То есть тот, который помогал, он начинает собирать. Ошибаться категорически нельзя. Иначе, если я увижу ошибку, то мы снимем 1 балл. А кто быстрее соберет, без ошибок, получит целых 10 баллов. Стоит постараться. Итак, команда, вы готовы? Да. Да. Есть запасик небольшой. Стоять. Опа-опа. 3, 2, поехали. Итак, ищи человечка. А кто впереди? Все. Звоночек. Сейчас. Значит, это отличный шанс для команды. Победный мяч. На двух последних страницах. Мы уже собрали, у нас просто детали остались. В принципе, машина едет. Да, нормально. То есть вы как бы можете забрать мне на проверку, а можете ждать. Но вас тогда могут обогнать. Положи вот эти штучки. Все, мы готовы. Вы готовы? Да. Давайте, давайте я проверю вашу. У нас это. У вас неправильно. Где? Так, у нас миллиард ошибок, давай. У вас неправильно. Неправильно. О, по минус одному баллу. Так. Раунд затягивается. А теперь у вас так. А какая моя, какая ваша? Вот. Вот и ответ. Команда. Победный мяч заработала целых 10 очков. Ура! Но у них была одна ошибка, поэтому у вас минус 1 очко, и за этот раунд вы зарабатываете 9 очков. Да, итак, за этот раунд эти заработали 9 очков, все равно эти 0. Да. Общий счет 21-18. Переходим к последнему конкурсу. Пока. В конкурсе «Покаж», или, если так сказать правильно, «Покажи», участники должны будут показывать своим напарникам слова с помощью пантомимы. У каждого будет по 4 минуты, и каждое отгаданное слово принесет в копилку команды целых 5 баллов. Так что все еще может измениться. Сейчас у нас будет начинать команда «Хищные акулы». Так, прямо сейчас у Александра Ерохина будет 4 минуты, чтобы объяснить Давиду все его слова на карточках. Вы готовы?
Угу. Да. Тогда начинаем. Посмотрим. Поехали. Лошадка. Лошадь. Есть одно слово. Музыка. Громкость. Будильник. Молоток. Забивание гвоздей. Так, давай другой. Зенит. Супер. Это говняки опять. Это был Суизи. Сенсор. Подпись. Автограф. А печать как там? А, есть. Каратист. Каратэ. Пять слов. Спокойно, команда. Ножи. Отличная пола идет. Еще спокойнее идет. Водитель. Другой. Музыка. Нитка. Вырывание зуба. Удочка. Пойду. Змея, которая пожирает твой глаз. А, такая штука на день рождения, которая... Другой. Клоун. Вот он клоун, да. Клоун. Время. Итак, команда «Хищная акула» отгадала 8 слов и заработала 40 очков. Посмотрим, чем на это смогут ответить игроки команды «Победный мяч». 3, 2, 1. Аккуратно, не показывай свои слова. Граб, мило. Косметика. Красится. Я знаю. Помада. Нет, не помада. Пудра. Ну, красится, нет. Давай, ладно, следующий. Робот. Да! Мне кажется, это отлупленная девочка вернулась. Рыба. Да? Это была лучшая рыба. Это рыба моей мечты. Да. Насморк. Прыгать. Это я. Обезьяна. Кенгуру. Это животное, нет? Я понял, что уже прыгать. Ладно, давай следующий, Милан, следующий. Треугольник. Бутерброд. Сэндвич. Кушаешь квадрат? Поедание. Следующий, давай, следующий. Минута. Зубы. От тебя, Милана, у тебя минута. Зубная фея. Да, есть. Да. Милана, не показывай на карточке. Все. Нет! Я не видел, не видел палочку. Давай следующее. Так, сюда, не показалось, там написано «Водя». Что там было? Кошка? Да. Судья? 5 секунд, Милана! Милиционер? Нет. Что это? Указка. А, указка. Итак, команда «Победный мяч» угадала 6 слов и заработала 30 очков. Сейчас Давид будет объяснять слова Александру Ерохину. 3, 2, 1. Выстрел. Служба. Солдат. Лечь. Голову-то покрой, чел. Так, давай следующий. Стрелял-то чего он? Аккуратно, не показывай слова. Прыгаешь. Танец. Танцевальный клуб какой-то. Танцпол. Дискотека. Много еды. Ешь. Это толстяк. Слабоват пока, Саша. Что-то... Обжора. Спасибо. Я просто себя вспомнил. Звезда. Не показывай, что нужно было там. Лестница. Да, есть. Силач. Боксер.
культурист. Качок. Качок, качмен, кто-то нет? Мускулистый? Силач. Одна минута у вас осталась. Отгадывание. Мышцы здоровые. Не надо вот это невозможно. Дверь? Холодильник? Да, есть. Урок? Класс? Театр? Сцена? Аудитория? У тебя мало времени на показывание арт-пространства. Продленка. У тебя повторение слов, да? У тебя, мне кажется, меньше секунды осталось. Сейчас Александр Ерохин из команды «Хищная акула» угадал 3 слова, и их команда заработала 15 баллов. Посмотрим, сможет ли сейчас их догнать команда «Победный мяч». Итак, Алексей готов, Милана готова, значит, мы можем начинать. Стул. Есть. Продленка. Ловец. Есть. Самолет. Есть. Пас. Мяч. Есть. Чайник. Вонючий. Идет команда. Шляпа. Цилиндр. Кофта. Гольф. Интересный у тебя гольф. Фокус! Пропал палец! Другое давай! Машина! Дедушка! Вот она, наша коробочка! Слон! Чего мы все ждали? Джаб! Слоненок! Труба! 5 секунд! 3, 2, 1! Носорог. Итак, этот раунд закончен, и в нем команда «Победный мяч» набрала 60 очков, а команда «Хищные акулы» 55. Переходим к подведению итогов. Была очень напряженная борьба между двумя командами. И в последнем раунде Алексей Сутармин самоотверженно помог команде «Победный мяч» победить со счетом 78-76. Да, вы победили! Друзья, напишите нам в комментарии смешные, интересные или сложные словосочетания, которые Милана и Давид будут объяснять футболистам в следующем выпуске «Продленки». Автор лучшего комментария получит вот эту футболку с автографами Александра Ерохина и Алексея Сутармина. Только чур, один комментарий, один вариант. На этом все. Спасибо вам, что посмотрели этот выпуск. Александр, Алексей, спасибо, что пришли сюда. Мила, Давид, спасибо, что сделали это шоу. Спасибо компании «Умвиза» за поддержку. Подписывайтесь на «Зенит ТВ», ставьте лайки. И, как говорит мой старший коллега, удачи, пока! Может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, то не шепчет. Это он. Стала ласковой и кротко, ходит мягкую походкой, по утрам поет, как птица. Вдруг и младшая сестрица просыпается, чит свет, говорит: пора влюбиться, мне уже почти 7 лет. И Наташа на уроке оглядела всех ребят. Юрка слишком толстощёкий, Петя ростом маловат. Вот Алёша славный малый, я влюблюсь в него, пожалуй. Повторяет класс по карте: где Фиш, где Лисей? А влюблённая Наташа шепчет: Алексей! Алекс смотрит огорченно. Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонку он боится как огня. Он понять ее не в силах.
То она глаза скосила, то резинку попросила, то она вздыхает тяжко, то зачем-то промокашку подает ему, любя. Али!